Всем привет! Новый год — это не только самый волшебный праздник, но и главная вечеринка года, и к ней нужно как следует подготовиться. До сих пор не определились, в чем будете отмечать? Дайте мне пару минут, и мы это исправим. Хотите выглядеть действительно роскошно? Это очень просто. Достаточно надеть вещь из бархата. Брючный костюм или платье выбирайте на свой вкус. И забудьте все стереотипы об этой ткани. Современный бархат научились делать таким тонким, что он совсем не полнит, а смотрится по-прежнему крайне эффектно. Но одно правило все-таки нужно запомнить. Если решились на подобный наряд, постарайтесь обойтись без крупной бижутерии. Бархат сам по себе украшение. Платья с мерцающими пайетками обещают стать настоящим хитом новогодних сторис. Небольшой совет – выбирайте модели с четким силуэтом. И постарайтесь, чтобы они не были чересчур облегающими или короткими. Кстати, согласно восточному календарю, этот Новый год нужно встречать в чем-то блестящем. Такой наряд точно принесет вам удачу. Хотите отметить праздник в чем-нибудь особенно женственном? Тогда надевайте платье из кружева. В этом сезоне ажурные наряды вновь на пике моды. Главное — не промахнуться с оттенком. Слишком яркие платья могут показаться неэлегантными, а черное кружево — чересчур мрачным. Поэтому я советую выбирать глубокие, насыщенные цвета. Например, изысканный темно-синий. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Давайте постараемся, чтобы 2020 был для всех нас веселым и максимально стильным. С наступающим!